Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy F22. И в этом видеоролике мы вам покажем, как просканировать QR-код на этом телефоне. Смотрите, у меня вот тут вот есть QR-код. Я его ставлю. Дальше на нашем телефоне мы открываем камеру. В камере в левом верхнем углу нажимаем на шестеренку и ставим галочку возле сканирования QR-кодов. После чего мы наводим просто камерой на QR-код. Ожидаем, пока он сфокусируется. И нажимаем на сканировать. После чего нажимаем сохранить. Заходим на фотографию и видим, что он не был просканирован. Что ж такое? Наводим еще раз на QR-код, и нам говорят, что он ведет на веб-страницу. Вот. Нажимаем, и мы попадаем на страницу, на которую ведет наш QR-код. Больше нам QR-код не нужен, а мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!